Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале In Dubai. И с вами Надежда, ведущая рубрики «Интересные события» и «Доступ к Дубаю». Все мы привыкли, что Дубай – это город торговли, город высоких небоскребов. Но сейчас мы решили продолжить исследование необычных и нестандартных для этого города мест. Мы отправляемся в заповедник Рас-Аль-Хор, заповедник Фламинго. И чтобы туда добраться, мы приехали на станцию водного автобуса Дубай Фестиваль Сити. Вот наш автобус, который нас ожидает. Билет стоит 25 дирхамов туда-обратно. Эта поездка также для нас первая, как и для вас. Поэтому будем вместе исследовать и узнавать новое. Чтобы добраться до Дубай Фестиваль Сити, необходимо доехать на метро до станции Дейра Сити Сенте, а потом добраться на такси за 12-15 дирхам всего лишь, если вы компания, совершенно недорого. А также можно просто найти на сайте RTA маршрут какого-то автобуса и добраться за 1-2 дирхама. Ну а теперь самое время сесть на наш водный автобус. Вот мы уже сидим в водном автобусе, видите, такие удобные мягкие кресла, мы купили билетики за 25 дирхам. Кстати, совет, запаситесь, пожалуйста, мелочью, потому что здесь все очень неохотно разменивают деньги. Ни таксисты, ни в магазине, нигде. Вот. И можем понаблюдать на красивые пейзажи Дубая и Крика. Нам даже дали специальный бинокль для того, чтобы это сделать. Его возьму. Оп. В бинокле можно видеть все на ладони. Характерная особенность залива Крик, что он везде настолько разный. Дейри это набит лодочками торговыми, старыми суденышками. Парки Крик и напротив гольф-клуба чинный и современный, а здесь набит совершенно разной техникой, разными видами. Вообще вид очень красивый, очень интересный. Везде залив Крик, везде разного. И не скажешь, что все это один и тот же морской путь. Сейчас мы проплываем мимо наш широко известный Бурж-Халифа. Можете видеть, я не знаю, насколько это близко. Вот. Я напоминаю, чтобы вам, что мы едем в заповедник Фламинго Рас-Аль-Хорм, где не только находятся места традиционного проживания фламинго, но также зимуют различные птицы, и именно поэтому шейх Мухаммед объявил это место национальным заповедником. Скоро там планируется строительство различных удобств для туристов. Нам открыли любезно доступ к воде. Практически такая глубина, что можно нырять. Но если вам этого делать не советую. Вот там небольшое скучище фламинго. На самом деле так здорово видеть. Просто скучище на всех местах питания. Конечно, это совсем она, естественно. Манка в леса были большого объеме насажена, но тем не менее. Мы видим, что вот тихо. Вот наше путешествие подошло к концу. Ну что я могу сказать? Длилось оно примерно 40 минут. Фламинго нас, к сожалению, нашему огромному не выпустили, только позволили посмотреть издалека. Ну а из бинокля фламинго выглядит примерно вот так. Кроме того, я узнала очень полезную для себя лично новость, что от этой же станции Дубай Фестиваль Сити ходит водное такси, которое вы можете достигнуть совершенно любых других станций и мест в городе. То есть это как Крик Парк, Дейра Олд Сок, Бур Дубай и Дубай Марина. То есть вы можете приехать сюда на метро и набрать свой маршрут тем, чтобы поехать обратно на водном такси. Стоит такое довольно недешево, 450 дирхам за такси. Вот. Но вы можете туда в количестве 10 человек погрузиться и таким образом получить совершенно бюджетно и здорово. Насладиться всеми пейзажами, которые может вам предоставить Персидский залив и залив Крик. Возможно, вам покажется это наше путешествие немножко разочаровывающим. Вы ожидали увидеть фламинго, личные птицы, кучу мест. Но что делать? А возможно, это и правильно. Заповедник на то и заповедник, что он должен обеспечить птицам как можно более безопасное, спокойное существование. Но могу вас обрадовать, что в будущем, как я уже сказала, планируется построение комплекса для туристов. Ну, как комплекса, просто это будет место с стойкой ресепшн, с возможностью купить сувениры, сделать фотографии. А для более тщательного и удобного детального рассмотрения есть на то есть и зоопарки.
И кроме того, в любом случае, Дубай Фестиваль Сити Сента предлагает вам большое количество различных ресторанов, развлечений и проводит различные мероприятия, шоу, так что вы получите, эта поездка ваша не пройдет зря. С вами был канал Дубай. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, оставляйте свои комментарии. С вами была Надежда. Чистого всем неба!